Хочется внимания, но не хочется конфликтов. Вот это обычное состояние любого партнера в паре. Девушка хочет внимания, как она его начинает просить, мужчина начинает злиться, что тебе надо. Вот. Молодой человек хочет тоже, чтобы им повосхищались, сколько он большой молодец, что он там что-то сделал, какой вообще чемпион. Вот. Но он так скажет, а что ты, тебе недовольна мной, да, что-то так все. Вот. Ну, она ему и правильно, в общем, конфликт опять. Вот. На самом деле все мы, конечно, нуждаемся в том, чтобы на нас, ну, как минимум, обращали внимание. Это же мы таким образом узнаем, что мы важны, что мы нужны, вот, что мы что-то еще ничего себе. Вот. И если вы исходите из вот этого понимания, не то, что вы просто хотите внимания, а то, что на самом деле вы таким образом чувствуете себя нужной или нужным, интересным, важным, ценным. Вот. И говорите об этом друг с другом. Говорите о том, что мы когда вместе, хочется, чтобы и я в тебе ощущал ценность, и ты во мне ощущал ценность. Вот. Как будем мы это делать? Мы же не нас же народные артисты надрагниваются. Вот. Поэтому давайте как-то тоже друг друга ценить. Вот, и из этого и дальше внимания будет сколько хотите. И никаких конфликтов.